Всем привет, с вами Катя Американо. Осенняя хандра? Нет, не слышали. Уходящая неделя радовала нас солнечной погодой. Ждать ли тепла в эти выходные, расскажу прямо сейчас. В субботу, 10 октября, весь день будет солнечным. Днем плюс 19, вечером 9 градусов выше нуля. В воскресенье также ясно и солнечно. Днем плюс 18, вечером уже прохладнее, 9 градусов тепла. Ну а если вы ищете работников в свой штат, то начните поиски с сайтом «Блокнот Волжский». Размещайте свои объявления в разделе «Работа», и уже сегодня их увидят тысячи жителей нашего города на сайте и в Инстаграме. Обо всех условиях размещения вы можете узнать напрямую у наших менеджеров прямо сейчас. Телефон здесь в описании. Октябрь набирает обороты. Марафон селфи на фоне желтых листьев в самом разгаре. Желаю всем не упустить такую возможность и отправиться в парк в ближайшие выходные. Увидимся!